На пересечении улиц Карла Маркса и Чайковского открылся новый рынок для садоводств. Раньше дачники, торгующие излишками урожая, ютились возле дороги на прилавках собственного изготовления. Теперь для ярмарки овощей, цветов и ягод оборудованы открытые павильоны. Хорошо, в общем-то, продаем. Ходит народ, народу много бывает. Мы там торговали на этих на ящичках, теперь вот нам это сделали нормально. Торговля на рынке начинается в 9 часов утра и продолжается до вечера. Кстати, место для реализации урожая предоставляется ангарчанам абсолютно бесплатно.